Саратовскому телевидению 23 года. Возраст юношеский, но пройден большой путь творческого и технического совершенствования. Центральная студия. Здесь с успехом применяется единственная в стране система спецуправления светом, своеобразная маленькая ЭВМ. Обычный телевизионный день. Записывается очередная передача из популярного цикла «Беседы о нравственности». Ее автор и ведущая – журналистка Лидия Филиппова. Умение откликнуться на любые запросы трудящихся, умение разобраться, умение помочь по просьбе человека, который обратился в то или иное учреждение, обратился к руководителю. И только тогда, когда каждое письмо трудящегося найдет живой отклик в душе руководителя, мы можем судить о нем как о человеке заботливом, как о человеке деловом. Вся телевизионная программа передается в цветном изображении. Под контролем вездесущих корреспондентов все важнейшие события города и области. Сюжет для субботнего выпуска. В цехе обработки пленки произведена коренная реконструкция, и в недалеком будущем он сможет обрабатывать 15 полнометражных фильмов в год. Известный в стране творческий дуэт, лауреаты всесоюзных фестивалей телефильмов, режиссер Дмитрий Луньков и оператор Владимир Антонов. Субботняя программа обещает быть интересной. Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь я солнцем по горе крутой.